Впервые за века истории нашего народа на исконно казахской земле установилось государство, пользующееся абсолютной международной легитимностью. Постоянно я слежу, правительство следит за тем, чтобы создать все условия нормального развития бизнеса. Владельцев остановочных комплексов сгоняют с насиженных мест. Дали задание вас убрать. Что значит вас убрать? Мы столько говорим, слышим о поддержке малого бизнеса. Хотя на всех перекрестках мы создаем вам все условия, какие только возможны. Полеты запретить? Пытки в тюрьмах, бесправное положение мелких предпринимателей, достоверные сведения очевидцев. Все это вы не увидите на официальных каналах Казахстана. Смотрите канал 16-12, и вы узнаете правду о жизни своей страны.